Моя школа танцев отличается тем, что нет, наверное, у нас не совсем профессионализм, у нас именно девичник, позитив и масса юмора. Поэтому сегодня я хотела бы подарить сертификаты на безлимитные занятия в течение месяца. Я бы хотела видеть этих девочек, ну и хотела бы одну девочку видеть индивидуально. Продолжим, скажем так, разговор за кулисами. Наташенька, я бы очень хотела с тобой встретиться индивидуально, с тобой позаниматься. Я бы хотела, чтобы ты покорила наш шоу-бизнес, стала звездой эстрады. Индивидуальное занятие. Также на безлимитные занятия в течение месяца в школе танцев Али Дэнс самого, мне кажется, позитивного участника сегодняшнего конкурса – это он. Анна, прошу прощения. Ну и девочка, которая просто влюбила себя с первого вообще такта музыки – это Додон.